В окружном суде в Ханты-Мансийске проходят заседания по гражданским искам к Юрию Чекину, которого обвиняют в нескольких заказных убийствах. Родные погибших просят взыскать с подсудимого крупные суммы денег. К примеру, семья убитого экс-прокурора Юрия Бедерина оценила нанесенный ущерб в 20 миллионов рублей. Потерпевшие выступает и вдова бизнесмена Бориса Израилова. Она требует 5 миллионов рублей за материальный вред и столько же за моральный. Сын предпринимателя Михаил дал оправдательные показания в пользу подсудимого, но некоторое время назад он умер. Прения в суде продолжаются. В эти минуты проходит второе за день заседание.